Всем привет, дорогие друзья! Вы на моем канале Iron Hut, с вами Лорд Вуду, и мы продолжаем прохождение игры GTA 5 на Next Gen. Опять у нас Тревор, неприкаянная душонка, стоит в коридоре дома. Так, ну ему осталось выполнить последние подготовительные моменты. А именно заехать вот в этот магазинчик. Надеюсь, он еще работает. Потому что если не работает, это меня очень сильно огорчит. Привет, Цыпа. Get in, gorgeous. Let's party. Ну-ка, глянем на тебя. Let's go somewhere quiet where nobody's gonna disturb us. Да ты ничего так. Франклину такие не попадались. В сторонку, люди. Я хочу вот здесь вот. Стормознулся, да, Цыпа? Ты готова? Tell me how you want it, baby. Baby. А что ты умеешь? За $100 что ты умеешь? Вау! Who's your creepy uncle now? Тревор влюбился. Кто бы мог подумать? Тревор, да ты извращенец. Ты вду. Что с зубами? Православная, видимо. Ничего не видно. И все равно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что Тревор это делает лучше всех, вы же знаете. Да. Тревор профессионал. Тебе жарко? I'm dripping like a faulty refrigerator. Do you want to add some dessert to that? Чё тут у тебя с зубами всё-таки? Вот стопудово. Who's your creepy uncle now? Тревор, ты знаешь, что на тебя сейчас бросит? So big. Бросит как есть. Love your cock. So good. Да, девушкам в этой игре отведена очень незавидная роль, скажем так. Здесь девушки используют только для одного. Что, не получается, что ли? Я люблю тебя. I love you. I love your cock. Кок. Ну чё там? Всё? Только не уходи. You got stamina, man. I gotta walk that off. I feel like I can really talk to you. Come back and see me. Ты уходишь. Она ушла. Ты будешь её убивать, Тревор? Ты будешь ее убивать? Нет. Ты не стал ее убивать, ты ее просто задавил. И забрал назад свои денежки. Ну что? Пока. Жестокий Тревор. Ты извращенец. Надеюсь, магазин еще работает. Не повторять еще хочу добавить. К тому, что вы увидели. А то мало ли что. Молодежь.
дурацкие какие-то бордюрчики, всякая хрень там оставили. Работает еще. Классно. Купить 3 маски. Так, ну какие маски купим? Борцы Феникс. Так, а кому это я покупаю маски, интересно? Красную купим. Так. Такую хочу. Так, и для Франклина, да? Франклину возьмем черную, а что делать? Так вот. Просто красота. Звони ребятам, скажи, маски купил. Можно на дело выдвигаться. Okay, that's everything. Come back to the lot and I'll talk you through the plan. When we get the stuff, Steve says we gotta take it to Devin West, the guy we met at that interrogation. He's a big investor or something. Anyway, that don't matter. I'll handle the drop-off. Come on. Маски. Выполнено. Окей. Что ж, теперь на базу едем. Вот она, наша база. Да, ехать далековато. Надеюсь, нам по пути попадутся какие-нибудь задания. Еще одна проститутка. Ты куришь? Ну, в чем проблема? Алло. Я что, недостаточно хорош для тебя? Сигнал, наверное, не нравится. На тебе. Никто не имеет права называть Тревора недостаточно хорошим, да? Все. Курить вредно, она курила и поэтому умерла. Да. Не повторяйте ее ошибок. Курить сейчас не в тренде. На, скучно ехать что-то так. У меня ж фонарики есть, я что-то забыл, что у меня свет есть. О, что так происходит. Давай, чувак. Вернись. А, это вот это. Блин, он закрыл уже. Да что-то я в маску-то не попаду никак. А за руль сесть смогу? Нифига. Так, липуху надо. А, нифига, липуха, она ж это... Фургон уничтожил. О. Покуха, ребята, я просто чемодан свой забыл там у него. Просто чемодан забыл, говорю. Ох ты, Тревор, ты попал под замес. От первого лица ездить невозможно. Вот теперь возможно. Так,
Надо придумать план отхода. Поедем по рельсам. По рельсам пойдем, и там наверняка будет туннельчик где-нибудь. Будет нормальный самый план. О, туннель. Все. Ёшкин кот. Выпал. А, меня, блин, бортанули. Я думаю, что я так выпал? Не мог я так в столбик врезать. О, поезд. Дави их, поезд. Все. Тут можно скрываться. Гаси свет и ложись. Ложись. Спрятался. Незаметный вообще ни разу. Два фонарика потушил. Ту инкассаторскую машинку ограбил. Тоже само по себе уже праздник, да? И медведь радуется, он сидит счастливый. Счастливый Мишка. Все. Они поехали на новое дело. Они поняли, что со мной лучше не связываться. С Тревором. Куда вы лезете? Ну вы чё, вообще что ли? Страх потеряли. Уже почти приехали, нормально сейчас. Куда ж ты лезешь? Что ж, давай, расскажи нам про план. Расскажи пацанам, чё и как. So we really finna do this shit. We finna risk our lives to rob some motherfucking government killers again? Yep. Hey. Hey, all right. Listen up. Here's the plan. Hey, right, Trevor. Yeah. I want you in this position up here. Yeah, you're on lookout. Give me a heads up when the armored car comes by. Okay. Yeah. I'm gonna be right here, in the garbage truck blocking the roadway. Franklin, you're in the alley, in a tow truck. Hope is, they pull right up in front of you. When they do, you come at them hard. Bam. Shit, here's hoping. Yeah, after the hit, we blast open the doors, grab up all the cash, bonds, whatever it is, I take it to Haynes guy. Saw a little hope for home. As long as I am not on the ground when the shit goes down. Okay? When the shit goes down, we'll handle it. You stay up here, on your post, eyes peeled. Yeah. Okay. We'll take the risk. Sound cool? Shit, you the professional, dawg. And at least we're not wearing clown outfits. There's a plus. Right. The masks. What? Let's see what we got here. Huh? Real professional. Ну, Тревор же покупал все. Чё вы так смотрите? О, команда! Let's do this. Go, go. Садитесь, мусоровоз. Так. Майклом, что ли, мы играем? А Тревором нельзя? Блин, а теперь Майкла дали. Ну вот. В сторонку. Чё, не видите, Майкл выехал? Да чтоб вы усрались, а? Совсем ничего не бояться.
проституток нет вообще ни одной. Так, работаем. All right, T, I'm in position. What's the ETA? Looking for him. Так, а что мы ищем? There they are, incoming. Get ready to do your thing. All right, Mike, move it. Давай, газуй. Давай, Майкл. Зачем проехал? Градить оба полосы. А, вот эти полосы, блин. Так. Вот так. Alright, I pulled up. Get ready, Frank. Did Public Works change their schedule? Рамисти, bitch! Ну давай, Франклин. Давай, замедленно это все сделаем. Баба! Сотни маленьких частиц. Бомбу липучку. Вот сюда. Сюда. И сюда. Давай. Бежать. Все, взяли? Все, уходим. Держи. Франклин, что-то, по-моему, ты встрял. Франклин, ты вернулся, что ли? Ну, зашибись. Увел, называется. Должна взрываться вот эта хрень. Нет, не взрывается. Лежать. Лежать. Перезарядка не вовремя. Лежать. Так. Франклин, у тебя есть пуха хорошая. Лежать. Франклин, Майкл опять, йо. Ты опять здесь, да что ж такое-то? Кого стрелять? Стой, полицейских на главной дороге. Тебе уничтожать-то нечем, блин. Ти,
снайперов. Вот он, снайпер. Отлично. Спрячься. Ты что, убить не смог, что ли? Машину взорвал. Теперь опять Тревор. И птичка. Есть птичка. Так, все. Вы где? Так, что, забираем? Грузовичок, что ли? Садись. Отправляйтесь к координатам отхода. А вы, ребята, что, как будете? Подают. Они что, там останутся? Или я сейчас должен буду за ними приехать? Что-то я не понял. Полиция уже не преследует. Красота. Хорошо рядышком поставил грузовичок. Надо же, вот, как знал, да? Машину для отхода, в смысле. Вот под рекламным щитом. Такая неприметная. Уничтожьте мастеровоз. Так. И пухи есть у тебя? Отлично. Все. Садись. Голливуд. Блин, придется камеру переключить. Все. Уничтожен. Что теперь? Просто уезжайте и все, что ли? Everything cool? Yeah, man. Shit, that trash truck is trash, dog. You good? Nice work. I'm about to meet this guy. I'll tell you how it goes. Майкл поехал на встречу с парнем. Блин, как он так тоже быстро успел? Что тебя так колбасит машина? Надо протюнинговать. В следующей серии обязательно с этого и начнем. Package for Mr. Weston. Come on. Yeah, and I'm telling you that I don't give a flying fuck. There you go, there you go. Boom! So long, motherfucker! Devin Weston. I remember you. The weekend interrogator. Invest wisely. Hey, hey, hold on, hold on. We're not done here yet. I got a job for you, bro. 5 top quality scores. Big ticket cars. Major payday, bro. Sounds great. I got just the guy for you. I'll put you in touch. No, 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 no. I don't want just some dude. I want you. I want your crew. I want pros on this. You know, I don't give a fuck what you want, pencil neck. I'll let them know you're interested.
I guess I just got you figured wrong, man. Hey, what's the figure? Tell me something. You like football? I got a stake in a sports investment venture. You like the market? I got some funds you can manage. Name your poison, man. I just like sitting around watching old movies. Oh, there we go. How about I hook you up with Solomon Richards? Bullshit. Solomon Richards, the movie producer? Yeah, he's retiring, man, and I'm doing a finance deal for his studio. I will make the connect just as soon as you... All right. Oh, man. Solomon Richards. Have a good one, boys. Новый контакт Девлет. Блиц-игра выполнена. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Майклу, Тревору, Франклину все удалось. Hey, what up, Michael? Hey, man. Listen, I got an interesting opportunity for you. An acquaintance of Dave's. An FIB contact? Are you joking? Relax, the guy's private sector. Very wealthy. Could be lucrative. Why don't you meet him and see what you think? All right, yeah, I'll think about it. All right, me and Trevor will be there too. I promise you, it's a step up for you. A real opportunity. Ну и все, это будет уже в следующей серии, а сейчас от вас палец вверху и комментарии под видео. Всем пока. Magic people, voodoo people. The voodoo, hoodoo, what you don't dare do, people. Okay. Oh, shit. Screw this. This shit ain't working. Бежать. Чтоб больше байки не угонял.